Доброе утро. Мы у родителей. Ну, по обстановке прям очень видно. Там Варюшка где-то гуляет с Никой. Я пошла, тут заказывала суши и пошла искать Варвару. Тут поливает что-то и лопнул шланг. И так интересно. Сейчас бьет струйкой, я под нее попала. Варвар, ты только ее в грязь никуда не затащи, пожалуйста. Ты видел, там струйка бьет? Я знаю. Я тоже не поняла, откуда вода. Дрот уйти. Дрот уйти. Мама. Варвара? Да. Сейчас я. Девочки. Привет. Привет. Можно, можно. Ты же отпускала, я видела. Да. Давай. Только смотри, чтобы она не убежала, и все. Сейчас чисто. Хорошо. Красота! Если такие фотки классные сделала. А, ты эту взяла? Ва-ва-ва. Че ты? Ва-ва-ва. А че столько сумок? Сейчас давай, побежишь ко мне. Подожди, не отпускай. Я туда убегу. Беги! Отпускай. Ника, скорей! Ой, скорей, мой сладенький. Скорей, 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 скорей. Привязала. Здравствуйте, привязала. Кто такая красотка? Пиццу домашнюю. Плюс детям заказали детскую. Тут у нас суши пришли всякие разные. Еще не открывалось, все закрыто. И тут готовится у нас картошечка по-деревенски. Свет я включу. Так, тут я поставила воду. И будем варить кукурузочку. Понасобирали остатки вкусняшек. Буду ее варить. Мы у мамы красим доски. Я тут уже одну покрасила. Это она будет делать себе грядочки. Сейчас покажу, какие у нее уже есть. И такие же она сейчас. Ей мало. Они прошлый год делали осенью. Сейчас покажу, какую красоту. И хочет она с другой стороны. С этой стороны 4 грядки есть. Такие прикольные. Тоже покрашены. Красили их тоже пропиткой. И она хочет с этой стороны то же самое сделать. Не знаю насчет клубники. Кстати, клубника сделана. Но вот где-то с этой стороны она хочет навести красоту. Вот это у нее розы. Где-то у нее там розы зацвели. Я пыталась увидеть. И так я их и не вижу. Ну вот это, наверное, которая завяла. Но она вообще такая красавишная была. Уже бутончику повел. Цветов море всяких разных. Смотрите, какая красота. Просто кайфушечки. А, я вижу, где они. Почему? Сказала мне с той стороны. Смотрите. Все розочки пораспустили. О, боже, какие красивые. Смотрите, какие лапочки распустились. Ой, вообще красавчики. Мама уже малину убирает. Все подрезала. Это ремонтантная. Сейчас покажу, какой пропиткой крашу. Ну, обычная. Собака там что-то копает. Короче, какая-то любимая дача. Ну, для огорода, в принципе, пойдет. Содержит трудновыводимый антисептик. Трудновымываемый. Что такое? Уже с девчатами дома. Мы сегодня насобирали всяких вкусняшек с собой. Ничего особенного мы там не делали у мамочки. Так посидели. Да, ты смотришь какой-то опять там. Ксюшу. Смотрит YouTube. Хочу гранат. Хочу гранат. В общем, и все. Знаешь, почему я хотела гранат? Можно я? Не знаю, я почему-то хотела гранат. Привезли гранат, она меня замучила с этим гранатом. Ночью я уже не хочу ничего чистить. Виноград есть мытый. Все есть. Нет, хочу гранат сейчас. Очистить надо его мне. А я не хочу. В общем, вот такие вот дела. Будем собираться ложиться спать, не знаю. Ничего интересненького не будет. Варюшка чуть-чуть посидит за компьютером. И все. Я сейчас приберусь на кухню и будем спать.
Так что сразу попрощаемся. Да, Варюша? Она там оторваться не может от своего Ютуба. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.